Меня зовут Яна, и мы в Санкт-Петербурге. Здесь стартует наш проект «100 дней на мечту». Сейчас мы летим в Астрахань. К мальчику Валере. Он очень любит играть в компьютерные игры. Вообще он очень общительный и с очень классным чувством юмора. Поэтому мы везем ему ноутбук, чтобы он мог общаться с друзьями и продвигать свой YouTube-канал. Мы уже 7 часов в поезде, сейчас ходим в Москве, встречаемся с нашей командой. Это Миша. Миша летит с нами в Астрахань к Валере. Миш, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься. Ты лаборант. Лаборант-исследователь. Да, а в какой лаборатории? Патоморфология, отдел экспериментальной биологии. До свидания. Ура! Мы наконец приземлились в Астрахани, надеялись, что будет солнце, арбузы и подсолнухи, но у нас дождь и плюс 8, но нас это не остановит, и прямо сейчас мы поедем в гости к Валере. Сейчас будем звонить, чтобы нас встречали. Мы готовы? Он сейчас говорить не может, я его когда положу, к аппарату подключим, и он сможет разговаривать. Наши друзья. И сколько у тебя друзей? Сейчас плакать буду. Ну, так все хорошо же. А, да? Да, Валерий, сверху же. Да. Это ты год назад начал его, да, записывать? У тебя 2000 просмотров, почти 3. Я жду. Несите. Валера ждет. Чтобы ты мог играть, мы вот тебе привезли такую штуку. Доставай, Миша. А это ноутбук? Новый, а смотри, это новый, какой. Это новый ноутбук. Откройте, ноутбук. Посмотреть, да. Да. Так, Валерчик, а тебе сейчас на почту там придет письмо. Давай откроем. Привет, Валера, только вот проснулся, чтобы тебе записать послание. Здравствуй, давай, надеюсь, у тебя все хорошо, я надеюсь, у тебя все отлично. Я слышал, что ты в Астрахани живешь. Вот, надеюсь, у вас там тоже классно. Нифига себе, вот, меня Винди знает. Говори. Меня Винди знает. Поэтому это клевая тема. Я тебе желаю там удачи. Валере написано. Вот там есть вниз. Нет. Вот, видишь? Хочу-ка. Нет, написать. Напиши. Пушисто. Валерка, это еще не все. Большая прям, ну как будет, типа. А он как раз мы выходить будем. Ну да, она теплая. Она же внутри очень мягкая, потрогай, она такая внутри. Валер, будем на. Он как раз толстовку себе заказал. Классно. Ой, попалец. Папай. Ура! Повесим спаленки. Так, это что такое? Ну-ка. Сейчас глянем, что это. Ой, это релакс. Это да. Фриск? Да. О, я их узнаю. Я их путаю. Чару и фриск. А то там что-нибудь прикольное. Тетюлечка. Да. Так, а вот это ш... Лаурость. Ага. Лауи. Это папайрус. Папайрус. Триэль. Ну что, клеить будем? Да. Давай вместе с девочками ты будешь клеить. Будешь говорить им куда? Судя по всему, у него на голове что-то выросло. Так он же яблоко. Шишка. Он же яблочный санс, да. Вот сюда на уголок. Повыше или пониже? Повыше, пониже? Повыше. Повыше. Где? Так. Очень еще налепить. Сюда? Давай, смотри, выбирай. Надо что-нибудь большое. Тяжело ты клеишь. Ой, они немножко склеились друг с дружкой. Ничего. Ну, вообще. Вроде хорошо. Вообще. Сейчас, подожди, Валер, покажу тебе. М? Классно. Yes! Можете сказать, что планшета от Тоби Фокса. А ты понимаешь по-английски, да? Да. Сейчас он все кости здесь соберет. Тебе понравился подарок? А что сказать надо? Спасибо. Хорошая девочка. Я здесь такая добрая. Супер. Нравится? Да. Сейчас. Скажем Валерочку вместе. Спасибо. Пожалуйста. Супер. На самом деле у меня, мне кажется, не было как таковой мечты в детстве никогда. Я ничего такого не загадывала, и, наверное, поэтому для меня особенно важно, что Валера умеет мечтать, что он, не знаю, хочет там поехать на море, или хотел ноутбук, или хотел там познакомиться со своим любимым блогером, например. И часть из этих мечт мы помогли осуществить. У него мама, которая
покажет всем их место, что они должны делать. Я думаю, у них все будет хорошо. Очень круто, что они живут здесь сейчас. Вот это то, наверное, чему нам всем нужно учиться.